Здравствуйте, в эфире ежедневная программа «13 регион» в студии Шакир Умаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шымкенте области за последнее время. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Крупный пожар произошел в центре Шымкента. Накануне около 3 часов дня на пульт 102 поступило сообщение о возгорании ресторана по улице Рыскулова. Участок ЧП сразу же оцепили и приступили к его ликвидации. К приезду огнеборцев огонь разбушевался и успел значительно распространиться. Свидетелями происшествия стали сотни горожан. Многие снимали происходящее на сотовые телефоны, а потому социальные сети были буквально переполнены видеоматериалом с места происшествия. Прибыло на место вызова 8 единиц основной, 2 единицы специальной и 2 единицы вспомогательной техники. Также были привлечены служба водоканала, служба газа, сотрудники полиции. Количество личного состава 50 человек и плюс офицерский состав ДЧС ЮКО. Общая площадь пожара составила 545 квадратных метров. Вместе с рестораном огонь охватил пристроенные к нему игротеку, аптеку, кафе и магазин. Первыми на место происшествия подоспели сотрудники полиции, которые не пожалели собственного здоровья, чтобы спасти от пламени автомобили, припаркованные рядом с местом возгорания. Чтобы машина не сгорела, мы разбили окно и отогнали ее подальше. В результате я поранил руку. Из пятиэтажного дома, расположенного рядом, было эвакуировано 18 человек. Жертв зарегистрировано не было. Все пострадавшие получили помощь. Причина возгорания и сумма ущерба выясняются. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на улице Гагарина. Авария была зарегистрирована ночью 27 января. Видео с места происшествия на номер WhatsApp нашей редакции прислал очевидец. Со слов автора, ВАЗ-15 модели на большой скорости въехал в автомобиль марки Chevrolet Spark, который притормозил у лежачего полицейского. В результате удара последний выехал на встречку и в лобовую столкнулся с Mitsubishi Delica. Столкновение было такой силы, что пассажир Spark вылетел из лобового окна и впоследствии скончался. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые разбираются в деталях страшной аварии. Еще один видеоматериал нам прислал житель Кинта. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в центре города. Участниками столкновения стали Audi и микроавтобус Starex, который после столкновения с легковушкой въехал в дерево. По данным отправителя, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал на WhatsApp 13 региона. Номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя.